Всем привет! С вами Комнова Аня и маленький дозаказ коллекции Бурматикова. То, что приходит из автозаказа, приходит позже. Смотрите, на мне сейчас модель, которую я себе оставила. В принципе, мне очень нравится. Причем брюки, чтобы не угодили, чтобы я их носила. Это очень редкий случай, если честно. Я как-то еще спортивные брюки ношу, а вот эти вот более-менее деловые я не ношу. Так, за кадром Антон Кононов. Антон, видно длину? Да, все видно. Все с туфлями вместе да. Видно, да? Значит, на мне сейчас трикотажный жакет, модель блейзер для женщины. Значит, артикул 529-971, цвет серый, размер 52. Состав у него получается 40 вискоза, 44 полиэстер, 8 эластан. Действительно, 8 эластан, он очень хорошо растягивается. У него клевые карманы, такие вот глубокие, да? То есть, но он на мне не совсем как жакет. Видно, что он не велик. Значит, тут у нас идет молния. Она застегивается до самого горла. И вот, как вы видите, длина рукава. И сам жакет. Но он до такой степени комфортный, теплый, классный, что я в нем даже сходила немножечко на фотосессию. Я его себе оставляю. Рукавчики можно подогнуть. В принципе, проблем нету. Они даже и не разгибаются. Очень удобно подогнуть. Даже ничем не закрепляем. Вот. Что еще хочется про него сказать? Ткань такая, знаете, полумягкая. Внутри у нас идет такой вот обычненький такой подкладик, да, то есть, и, честно сказать, это не моя, вот если брать как жакет, типа деловой стиль, да, как в каталоге показано, то это абсолютно не моя модель, потому что грудь вот тут. Но если брать как удобную курточку, которую можно носить, действительно очень комфортно, прирастегивать ее и так далее, то мне нравится. Да, то есть такая вот накидочка, накинул, побежал с джинсами, с этими же штанами, с этой же юбочкой, отлично просто, просто как самостоятельная вещь. Поэтому я оставила, так как плечи не сильно великоваты, но я вам честно говорю, это большемерка. Это большемерка, если вы будете брать на размер меньше, то вы не ошибетесь, вот личное мое мнение. Далее я не рассказала про трикотажные брюки для женщины. Артикул 529-955, тоже цвет серый, размер 52, 48 вискоза, 44 полиэстер, 8% эластан. Что скажу про них? Они очень хорошо растягиваются. Я их так просто снимаю, надеваю. Не знаю, надо ли мне поуже, но вот в этом месте, как вы видите, слегка-слегка великоваты, они очень хорошо тянутся, растягиваются, тут проблем с этим нету. Сзади, значит, все отлично, в попу не впиваются, тут идет замочек, вот, по-моему, до сюда, да, Антон? Не вижу отсюда, да, вот. Вот он, тут заканчивается этот замочек, тут идет крючочек на этом замочке. Я думаю, вам хорошо видно вот этот вот крючочек, но я на него не застегнула сейчас, чтобы его показать вам. Антон, видно, да, крючочек? Давай, чуть-чуть правее от себя, чтобы середине было. Подойди, правее, вот. Вот так? Да, вот теперь все вот. Видно. Да, крючочек получается, вот, и до сюда застегиваются, но я их так просто снимаю, надеваю, потому что очень уж они свободные. Сам по себе пояс, ну, если вот так вывернуть слегка, да, то есть сам по себе пояс тут такой широкий, прикольный. В талию не впивается абсолютно, очень свободно. Поэтому я так вот их снимаю, надеваю, даже не пользуюсь замком, потому что не надо. Вот, в принципе, длина для меня нормальная. Мне кажется, что для длинноногих девушек будет коротковато. Так же, как вот розовый костюм, к нам приезжала Мариночка, консультант из моей структуры. Мы вот этот кенгуру, да, розовый костюм примерили.
чисто по длине, а рост у нее 175, он ей был коротковат. Так, сейчас на мне трикотажная юбка для женщины, артикул 529-963 артикул. Цвет серый, размер 52, состав точно такой же, 48 вискоза, 44 полиэстер, 8 эластан. Ну что могу сказать, тоже классная юбочка, суперская юбочка. Не могу сказать, что она мне маловато, вроде бы так ничего, но тянется тоже очень хорошо растягивается. Так, сзади, по-моему, шлицы нету, да? Не-не-не, повод. Нету, да? Но в ней будет удобно ходить, она очень хорошо тянется. Пусть я вас рассмешу, но зато она как бы не сужает ноги и не будет такого вот такой вот ходьбы. Бывают такие юбки, просто примеряла я такие в некоторых магазинах. Очень комфортная юбочка, приятная. Замочек тут вот идет сбоку, вот до сюда. Но я его тоже не расстегивала, чтобы надеть. Да, так и надела. Да, прикольная коллекция. Отличное платье, но, к сожалению, ростовка не моя. Сразу покажу недостатки. Вздувается спина вот в этом месте. Это говорит о том, что длины спины не хватает. Угу. То есть вот. Все остальное, в принципе, нормально, но очень-очень свободно. Если вот так посмотреть, прямо очень-очень. А хочется все время поправлять, натягивать. Это говорит о том, что все-таки оно большемерочка. В бедрах тоже свободновато, а в груди тоже очень свободновато. Все свободно и, честно сказать, мне оно нравится. Но вот тут такое ощущение, что на размерчик бы поменьше. Но, наверное, на пол размера, не на размер. Вот, поэтому как-то вот тут вот рукав, да, то есть такой, хотелось бы его поменьше, да, как-то вот. Тем более он растягивается очень хорошо, так что вот это я точно себе оставить не смогу. Но мне такие строгие платья, они всегда нравились. Такое декольте, оно мне тоже всегда нравилось. И вот я все-таки подумываю в Киров заказать не тут уже, не сюда, а в Киров после Турции, если оно останется еще в наличии, то заказать 50-й размер, примерить, попробовать. Вдруг еще никто его не разберет. Раньше просто смысла нет заказывать, вдруг оно мне не подойдет, а у нас еще Турция 2 недели будет. Ой, 2 недели, божечки ты мой, неделю, да? И я могу прозевать с возвратом. Возврат у нас 14 дней, поэтому я подожду, пока я в поездке. Платье очень комфортное, очень классное. Тут прямо вот эта ткань, она вот тут вот сшита. Вот в этом месте сшита, и там внутри дублируется вот до сюда, да, то есть такой, вот эта вот ткань сшита еще вот так, вот в это вот место, поэтому очень удобно, ровненько все кажется, просто великолепно, прям растягивается на ура везде, и вдоль, и поперек, то есть и сохраняет форму, вообще очень эластичное такое платье. Тканевое эластичное платье, я бы сказала. Не знаю, как по-другому его описать. Значит, артикул 529-947. Состав идентичный предыдущему. Трикотажное платье с укороченным рукавом для женщин. Вот рукав мне, конечно, такой вот, то, что он вот так вот, да, он мне не нравится. Тем более он еще растягивается. Мне бы хотелось что-то такое вот аккуратненькое, да, хорошенькое. Смотрелось бы лучше. Ну что ж, мои дорогие, это все, что мне пришло в этот раз. Прощаюсь с вами очень быстро. Всем пока-пока.